Они оказались не напрасными. Заглянув в салон, инспекторы испытали шок. В автомобиле «Мерседес» они обнаружили машину «Мазда», лежащую на боку и укутанную одеялами. Единственное продолжение знаменитого послевоенного автомобиля. Российский концепт-кар с авторским названием «Победа 3000RS» удивляет, даже шокирует участников автомобильного движения. Так что владельцу эксклюзивной машины на дороге не проехать. Он даже позу пробил. Я не промазал? Нет. А то я не заезжаю, блядь, как сделать? Теперь как бы сделал? Как это голова так додумался? Андрей, скажи ему, ты он на тебя Андрей, скажи ему, ты. Нельзя покидать. Муравей в плане под пальмой едет. Муравей в плане под кокосом влезет. Слышь, знаешь, это анекдот. Слушай, а как немец, и скажи, и в кокот. La entrada по автостраде. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что сука, ты прикинь? Это блудняк, нахуй. Кто это придумал, блядь? Сука! Тише, блядь! Ой, да, ну нахуй! Ты видишь, ох, я его отмолвлю, как садсодами. Рома, мойда! Ты чё, как моя кидеда, часть хэв, джохи? Пеко. Пеко, завидай маткин. Рома, туалеттан шеварди. Рома, модис, Рома. Рома, туалеттан шеди, бичо. Шейтху, боцельши, Рома. Шейтху. Миди. Сазава, мере. Шейтху. Long.